Привет, друганы, с вами Долгов. И это короткое видео для тех, кто не может запустить Fallout 76 на Linux. Вы открываете Steam, нажимаете кнопку Play, она показывает, что игра запущена, но игра не запускается. У меня была такая проблема. Вот вам мое решение, которое... Не мое решение, которое помогло мне. Вам нужно скачать особенный протон, потому что у меня не сработал ни один протон, который есть в Steam изначально из коробки. Вот этот протон мне помог, называется Proton GE Custom. Значит, вот с этой страницы вы переходите на релизы и качаете последний. Он у меня здесь, Proton 6.14. Вы его качаете, это по сути архив, который нужно будет разархивировать, и папку, которая будет там лежать, ее нужно будет скопировать в Steam. В то место, где установлены протоны. Точнее, где кастомные протоны. В общем-то говоря, здесь будет инструкция, которая напишет вам, в какую конкретно папку вам все скопировать. В разделе «Установка», смотрите. После этого вам нужно будет перезапустить Steam, и ваш кастомный протон должен появиться в Steam. Я советую не ставить его прямо в настройках Steam, я советую просто зайти в «Свойства игры», и здесь в режиме совместимости, ну, в вкладке «Совместимость» просто заставить Steam использовать именно тот протон, который вы скачали. Тогда у вас, скорее всего, Fallout 76 запустится. Ну или вы будете решать череду других, не менее интересных проблем. Пишите, получилось или нет. С вами был Долгов. Пока, друганы.